выставка международного движения «Искусство энергии» попала в городской выставочный центр буквально из интернета. Специально для нее пользователи социальных сетей по всему миру путем голосования отобрали 22 лучшие картины из более чем сотни работ, выполненных художниками, членами движения «Искусство энергии». Приверженцы данного направления полагают, что именно наполнение энергией придает произведениям художественную ценность. Их картины выполнены в самых разных стилях, от импрессионизма до футуризма. Авторы используют как традиционные, так и цифровые изобразительные средства. Что касается людей, которые любят искусство в привычном понимании, мне кажется, что им тоже может быть любопытна эта выставка. Они могут открыть для себя что-то новое, что-то, чего они раньше не знали. А люди, которые предпочитают какие-то новые цифровые средства, они могут познакомиться с техникой своих зарубежных коллег. То, что салон искусства энергии попал в наш город – большая удача для Великого Новгорода. Экспозиция впервые покидает границы американского континента. И теперь подзарядиться энергией искусства могут и все новгородцы.